Всем привет! Всем привет! Мы продолжаем играть в игру «Соедини дракончиков». Да, сначала давайте пойдем в наш кампус и посмотрим, что у нас там происходит. Вот, говорит, наши дракончики как раз выскочили. И говорит, чем бы нам тут заняться? Я им скажу, давайте не понюхайте вот эти цветочки, пожалуйста. О, нюхай. И ты понюхай, мы можем ими управлять. А ты, пожалуйста, убери эти кости. О, нюхали два. Вот, да-да-да, давайте. И вы, пожалуйста, уберите эти косточки. Или вот эту траву, нам не мешает. Вот эту траву можешь убрать, пожалуйста? Видишь, мы можем ими командовать немножко. Они тогда будут делать то, что нам хочется. О, пушиночки пока летят. Сейчас, вот этот, подожди, вот ты тоже, пожалуйста, понюхай вот этот цветочек, если ты еще не устал. Да. Вот, а этому большому дракошке говорит, давай вот этот понюхай, вот это дерево. О, там какой-то босс. Где босс? Вот, он нам дал вот это. Да, они дают нам мне теперь какие-то палки. Я видела это, да, они дают мне какие-то палочки. Откуда они их берут, я не знаю. Да. Так, а можно я попрошу косточки одного убрать еще? О, он им дал вот эти вот четыре. Да. Потом все соберем, когда они спать пойдут. Вот. Вот такие дрова мы собираем. Давай мы тебя еще попросим. Все, уже устали, да? А может травку еще собрать? Вот у тебя денежка. Да, я вижу. Сейчас, я хочу, чтобы они убрали эту траву везде. А то у нас места мало уже. Да, спасибо большое. Вот у нас такие дрова появились. Вот смотри, я нажимаю. Так, подожди, ты еще не устал? Можешь вот эту траву убрать? Пожалуйста. Нет, ты уже очень устал. Ну ладно. Итак, мы успели вот тут сейчас... Вот ты вас разбудите. Сейчас, зайчик. Подожди, пожалуйста. Дай тут набраться. Вот иди в квест. Я вижу. Я хочу собрать. Смотри, сколько они нам монеток сделали. Видишь, как я ими управляла? Вот. Давай. Я хочу супер огромное сердце сделать. Да, хочу супер огромное сердце, которое у нас еще не было, сделать. Так, ягодку у нас одну добыли, я смотрю. Так, мы разбудим из-за рекламы одну. Сейчас, если солнышко. Рекламу, подождите, солнышко, миленький. Смотри, у нас теперь два. У нас теперь два красных цветка. Вот. Которых я заставляю их нюхать, чтобы они мне делали вот эти вот сердечки. Так, посмотрим, что тут еще. У нас открылась немножко территории, как вы видите. Здесь осталось у нас вот, уже совсем чуть-чуть, чтобы открыть вот эти яйца. Так, травку мы немножко поубирали. Я хочу посмотреть. Сейчас, секундочку. Я ягоды соберу с деревьев, если они есть. Ну, что ты хотел глянуть? Ольга, 32-48 есть. Да, да. Вот это я яйцо очень хочу открыть. И мне пришла в голову сегодня ужасная идея. Что если мы пойдем в челлендж, который у нас уже был, в квест, где мы добыли кристаллы, и попробуем там получить кристаллы еще, да? Потому что я очень хочу вот это яйцо открыть. Вот это. Что открыть вот это? Не надо эту звездочку, я такие большие звезды собираю, чтобы фиолетовую звезду получить. Давай мы пока им построим. Подожди-ка секундочку. Не сюда я хотела купить вот эти. Подожди, здесь сундук можно какой-то купить. Где что-то такое? Во, за 40. А, что, купим? Да. Давайте посмотрим, что там. А, в Мончесте там ничего хорошего нету. Тут даже тут Life Flowers and Fruit Treat. Деревья будут и цветочки. Может, не надо? Нет, давай лучше мы построим вот эти для... А теперь монетный домик 88 стоит? Ну ничего себе, давай простые тогда коин-домики 3 купим. Мне нужно еще домиков. Вот, 2, сколько я купила их? Не заметил? Вот, давай подожди. Не будем тратить деньги. Мне нужно, что... мне надо 3, я не просто так трачу. Как-то скучно тратить деньги. Так, цветочек у нас собирается. Отлично. Что я... Еще один надо купить. Секундочку. Вот он, еще один. Мне надо 3 их, да, покупать? Вот они мне сделают вот эти домики. Мне надо потом 3-й будет делать. Все, пока мы пошли теперь в этот в челлендж. Квест. В квест, да. В квесты сыграем. Пока дракончики наши спят.
Так, не в четвертый челлендж. Не-не-не-не. Мы хотим пойти вот там, где было. Вот это. Вот, Outskirts 2. За 3 сыграть. Да. Мы хотим получить, там кристаллы были в прошлый раз, звезда была. Давай посмотрим, что тут за задание. Итак. Сейчас она. Итак, нам нужно фиолетовую такую сделать. Две. Сердечек. 2 Life Orbit. 2. Чтобы получить такую звезду. Так, 2 Life Orbit. А за что еще звездочки? А вот. Сейчас я хочу их посмотреть. Сундук откройте. Всю землю откройте. И 2 Life Orbit сделать. Основную статую собрать. Все понятно. Подожди-ка. Нет. Что? Начнем не с этого. Так, мне надо одно сердечко получить. А тебе же нужно дракона. Сначала, да, я хотела соединить просто яйца. Вот. Так, а что будет дракончик наш кушать? А, косточки вначале. Правильно. Вот сундук. Вот первым сейчас получим, может, да, звездочку. Сундук. Спасибо. Yes. Вот, сейчас мы все откроем. Только. Вот. Ничего себе. Спасибо за сундучок такой. И вот звездочка. Да. И сундук. Сейчас не надо соединить. Он все открыл. Все открыл? Да. Если бы он все открыл, то мы 2 звезды бы получили. Значит, еще не вся земля открыта. Не вся. Тебе уже дали за него. Так, мне дали звезду за открытую звезду. Правильно, да. И сундук там у тебя. Вот. Монетка. И вторая. Вот, нам надо еще одну звездочку сделать. Нам надо собрать фиолетовое вот такое сердечко. Давай мы тут. Вот. Вот одно фиолетовое есть. Отлично. Так, да, а давай вот. Есть у нас еще одно яйцо должно быть? Да. Тут, вот оно синее. Давай. Вот. И. Yes, еще один дракончик. Привет. Давай, ты тоже. С первого раза все открылось. Да, сейчас мы травку соберем. Подожди-ка. Вот, цветочек получили. Так, вот эта трава собирается вместе. Где еще такая травка есть? Вот. Так, вот эту траву мы сейчас соберем. Вот она. Вижу. Есть. Надо очистить немножко. Вот, сейчас еще. Так, еще один дракончик хочет нас вылупиться. Вот. Есть, привет. Угу. На кости, да. Человек такой кости не любит. Так, нам нужны еще сердечки. Давай ты сердечки нам сделай, пожалуйста. Вот. Вот. Есть. Давай, вот, спасибо. Вот. И yes. Есть. Вот второй. Так, ну мы 2 сделали. Что он еще от нас хочет? Он же хотел 2. Two life, burst их. Вот одну, вот вторую. Есть! Где оно? Вот оно. А где фиолетовое? Сейчас мы соединим. Вот и получим. Так, а где фиолетовая звезда? Это только один раз дается. Это случайно было? Да. А мы-то думали, что фиолетовое все время будет. Может, один раз минут. Сейчас. Мы тут уже все сделали. О, вот. О, здесь есть зато коин был, да? О, и все. Сейчас. Все? Ну вот, не получилось у нас добыть, да? У нас не получилось добыть, к сожалению. Мы думали, что у нас тут будет фиолетовая звезда, мы получим кристаллы. Офигли вам, ничего не получилось. О. Вон какие-то поганки получили. Говорит. Так что, видите, так это не работает. Зато монетки. Да, монетки получили. Вот это получили. Говорит, предлагает яйцо купить, дерево за 3 кристалла. Иди. За 21 дракошку. За 10 кристаллов яйцо. Нет, спасибо. Так, не получилось у нас. Не получилось у нас. Мы думали, что мы пройдем.
Сейчас посмотрим, получим в кампе наши эти сокровища. То, что мы получили. Вот они. Вот, нам как раз здесь надо было вот этих два. Видите, у нас один еще остался, и мы тогда звездочку еще одну получим. Еще два? Два еще, да, таких надо вскрыть нам. Два таких надо вскрыть нам, желтеньких, и тогда мы получим звезду. За что тут еще звезду нам дадут? Соедини сундуки, говорит. Сундуки соедини. У нас их типа много. Третье. Получить эту монетку и три земли открыть. Ну, земли мы скоро откроем, я надеюсь, правда? Так, вторая ягодка у нас тут. Пушиночки. Ну что, пока дракошки еще 7 минут спят, пошли в квест? Да. Пускай четвертый. Пускай они поспят. Мы пойдем пока в квест сыграем. Четвертый квест. Давай. Человечки. Так, здесь на время 4 минуты 22 секунды, наверное, здесь будет. Первое место выигрывает дракона такого, второе место. А что значит второе место? Две звезды надо набрать. А три звезды, если наберешь все, получишь 15 давай. За два. Ну давай, попробуем. Надо собрать статуи. Окей. А за что здесь звезды будут даваться? Вот тут есть сундук. Так, ладно, подожди. Не отвлекай сундук. Монетка, там 4 монеты. Так, давай, давай, что тут надо? Что у нас тут? Чешуйки летят. Вот я вижу. Они нас отвлекают. Ну, я понимаю. Я вот не собираю, они нас отвлекают. Я траву. Мне надо цветочек сделать, чтобы он мог... Есть сундук открыть. Так, вот. Сейчас. Что-то надо открывать, смотри, семечки. Вот, да? У тебя сердечко. Хорошо. Нюхай, 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 цветочек. Так, яйцо. И есть. Яйцо. Вот еще семечки. О, есть. Сердечко. Есть. Ты нюхай цветочек. Ты нет, ну не застревай. Давай, 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 нюхай цветочек. Ну вот. Я вижу. Так, давай косточки. И сундук. Yes. Так, миленький мой, мне надо быстренько посмотреть, за что дают это. А, звезды тут нету. Все это должно расти. Все, я поняла. Так, когда кости нюхает, получается семечко, да? Да. Сейчас. Разблокировалась. Отлично. Яйцо разблокировать надо. Давай еще косточки понюхаем. Так. Давай мне еще от этих вот семечек. Вот, молодец, еще понюхай. Я пока тебе цветочек сделаю. О, вот комбо бонус. Вот. Yes. Yes. О, у нас открылись, смотри, что. Вот еще один дракошка. Давай поработай над этим теперь. Он статуи нюхает. Да. Вот. О, что это такое мы получили? Бонус какой-то. Окей. Для тебя. Вот, очки дают. Вот. Ага. Мы не будем тут тормозить. Тебе надо статуи открыть. Вот, я сердечко. Помню. Я помню. Есть первая статуя открыта. Еще одна надо статую. Сейчас, солнце мое. Угу. Еще сундук мне неплохо было бы открыть. Так, давай над косточками поработаем. Так, одно яйцо. Еще одно яйцо. Где еще одно яйцо спрятано? Нету больше? В каком-то сундуке, значит. Так, ты давай нюхай вот этот, да, цветок. Есть, он тебе сердечко дал. Yes. Вот, сундук. Еще одно надо. Сейчас, еще одно. Давайте, нюхайте, ребята. Время идет. О, сердечко. Да. Сейчас. Есть сундук. Вот, в сундуке. Отлично. Нет.
Не открыла еще, да? Так. Два, у тебя уже есть вторая. Сейчас. Соедини. Сейчас я соединю, только если они отойдут немножко. Да что ж такое? Почему они не отходят? Ты следи за временем, солнышко. Нет, почему статуи не отходят? Во, сундук. Yes. Вот это сейчас все откроет. А вот нет. Открыла. Да. Yes. Давай, мам. Есть! Есть. Нет, опять! Во, мы получили. Итак, какого нам дадут дракошку за это? Сейчас посмотрим. Так. Ну, наверное, она их стоит. Вот такого мы получили дракончика. Continue. Значит, мы не все выполнили, все супер-пупер, чтобы мы получили такое. О, есть, мне наконец-таки пришли! 4. Да. Тебе кубок дадут, а у тебя только его 1/4. Он предлагает мне взять еще один кубок. А тебе только 2 кубка. А мы с одной звездой только прошли его. Вот. У нас там еще времени, значит, оставалось. Да. Мы могли там еще что-то поделать. А ты сказал статую соединять. Ну, сколько, там сколько? 30 секунд осталось. Оставалось 30 секунд только? А, ну тогда понятно. Окей. Ну, а сколько у нас кубков? 3 всего, да? Сейчас стало. А надо 4, чтобы играть дальше. Ну, ладно. Пойдем в наш кампус. Посмотрим, что тут происходит. Что тут происходит? Сколько тебе? Вот наш дракошечка, который новенький. Давай вот это сделай нам в домике. Да. Да? Надо делать. Мам, посмотри, сколько тебе там драконов. Там было что, 25? А, сколько всего? Да. Ой, посмотри, Кала к нам приехала. 33 у нас сейчас. Что она сегодня хочет? О, 3 фиолетовых сердца хочет. И даст 2 яйца. Это неплохо. Кала сегодня хочет 3 этих вот фиолетовых. А мы сейчас их сделаем. Вот одно, говорит, можешь забрать. Давай, забери одно. Так. Ну, а сколько у тебя их есть? Пока одно только. А, ты сможешь получить. Сейчас я проснутся мои дракончики. Через 16 минуточек. Вот он проснулся. Я его сейчас попрошу сделать. Ой. О, это монетка сделалась. Да, я знаю. Это. Сделай мне, пожалуйста, вот эту вот. О, уже спать. Уже спать пошел. Они такие очень быстрые. Да, ну иди поспи тогда. Вот там у тебя монетка. Я вижу там. Это еще один домик. Ой, это привет. Вот, ой, это я уставшая очень. А через сколько они вылезут? Через 16 минуточек? Ой-ой-ой. А ты одного мастера будет за рекламу одного. Давай. Давай. Давай разбудим. За рекламку мы будем. Окей. Сделай нам, пожалуйста, вот такие. Есть! Вот такие штучки. Вот этот дракончик, он более выносливый. Калый. Есть, сейчас мы его отдадим. И еще один сделай, пожалуйста. Нам. Есть, Кала. Сейчас. А Кале надо было сколько дать их? 3. 2 вот у нас уже есть. И еще, пожалуйста, сделай нам. Сейчас мы Кале отдадим. Есть. Есть. И 2 яйца. Да. Вот сумочку. Сейчас давай. Подожди, сейчас мы ему попросим еще сделать. Все, уже устал, да? Ну ладно, иди тогда отдохни. Во, возьми сынок. Вот. Вот он, 2 яйца. Так, а где у нас 3 яйцо? Вон оно. Угу. Теперь мы ему попросим. Привет. Теперь ты, пожалуйста, нам сделай. Есть! Она руку даст. Сейчас руку еще даст. А сколько у тебя драконов? 3-4 у тебя? Сейчас, 3-4, конечно. Я хочу проверить. Все, устала же? Все. Подожди. Нет, он 4-й раз пошел смотреть делать. Мама, ты можешь соединить. Сейчас. Соедини, пожалуйста. Я хочу посмотреть, сколько этот дракончик будет работать. Он же 5-й пошел делать. Конечно, могу их соединить. Ой. И теперь 3-й. Да. У тебя да другую сердечко. Я понимаю, мне надо 3 таких сделать. У тебя есть уже 3-е. Угу. Ты еще поработаешь? Ну, ты молодец, ты хорошо поработал. Она встала. Да. Все хорошо. Ты хотел посмотреть? Сейчас посмотрим. Да. Вот видишь, когда освобождаемся, надо посмотреть. Уже можно посмотреть? Да. Давай. Вот у меня 2 таких уже есть. Покажи мне, пожалуйста. Вот. И вот одно есть еще. Да, да. Покажи. Ну вот, смотри.
34 дракона у нас уже. Сила нужна. А что там будет, когда будет 125 драконов? Это значит, башня-то какая-то, может быть, откроется. Увидим, Артур. Интересно. Конечно, интересно. 125 драконов. Вот ягодка у нас еще одна собралась. Так, это у нас что, трава? Мы хотели эту траву, чтобы наши драконы ее съели, да? Да. Так, нам надо еще один домик построить. Вот, монетки. Сколько он стоил там? Давай посмотрим. Вот он, 19. Как-то много. Да, надо вот его купить. А, у нас есть он уже. Ё-моё, вон он. Ну, ничего. Ничего страшного. Мы сейчас их объединим, но все равно надо еще два сделать, чтобы этого объединить потом. Вот видишь, у нас два маленьких домика, а нам надо их вон три сделать, таких средних потом. Так, что у нас тут происходит? Мы скоро сделаем супер-пупер яйцо и откроем дальше земли. Не, мы откроем вот этот супер-пупер. Угу. Вот цветочки. Вот сюда его, да. Так, у меня тут один цветочек уже готовый. Ой, звездочку. Я просто ее. Он быстренько улетает. Я вижу. Так, вот эту звездочку. Не дерево, а звездочку. Зачем я не нажала? Я хотела и подвинуть ее. Ну ничего. А, на нее разок можно нажать, кстати, да? Прежде чем соединять. А вот такие, подожди, 14. Надо таких надо сделать, ага. Еще 3. Давай купим. Ага. Пускай они делают. Пускай наши дракончики как проснутся и сделают. Вот. Куда бы только их тут разложить, чтобы они не мешали нам ягоды собирать и пушинкам. Вот сюда один домик, вот сюда. Чтобы мы могли больше монеток. Надо попросить их съесть эту траву. Она нам мешается. Нет, покажи цветочки. Какие цветочки? Вот эти понюхать. Зачем? А, ну эти цветочки будут... А, ты хочешь эти доделать, да? Да. Сделать супер, супер-мега... монету, она так один, а нам осталось две штучки такие. Ну да, и мама, это когда проснутся, то тогда они это сделают, и все, мы сделаем, заберем. А сколько нам ждать их? 7 минут осталось проснуться. Я моя. Угу. Мама, а такая есть на все поле такая? Такая огромная, огромное сердце? Вот, не знаю. Такое сердце существует? Все равно боятельно стреляет этот сердечко. Мне так уже хочется. 3, 2, 1. И воск. Так, давай. Давай, пожалуйста. Есть! Вот эти. Сейчас еще один должен выйти дракончик. Есть, он нам дал. Есть одно. Теперь вот еще одно, пожалуйста. Есть! Сейчас, тихо. Есть! Так, а ты что думаешь делать? Ты вот эти траву, пожалуйста, мне съешь. Он это делает. Есть. Да. Есть. Вот. Ну ты можешь соединить. Сейчас, подожди. Он говорит, я уже устал. Я хочу дракончиками сразу. Вот. Спасибо. Давай тогда построй вот это, если ты еще не устал. Давай, мам. Подзовем. Давай. Вот, такого у нас еще не было. Вот, смотри, 1024. Сейчас мы устроим тут бадабум. Сейчас мы устроим тут. Во, 5 коинов сделал, смотри. Давай. А. Нет, всё, в устал. Этом сейчас, домике. Сейчас. Подожди, в этом вижу. Вот. Вот, у нас есть теперь давай. 3 домика. Сейчас соединим, подожди. Вот, и 20 коинов получим. Вот теперь у нас вот 2 там. Таких домика. Давай, бадабумс. Ну. Давай делаем бадабумс. Ну, приготовились? Да. Ну, давай. Пш. Ну, ес, мы открыли яйца. Во. Сейчас, подожди, дай посмотреть, что они тут делают. Видал какой? Вот тут это надо собирать. Ты видел? Сейчас давай пушинки. Яйца. Сейчас пушинки соберу. Они улетят. Ну что, им же долго улететь. Так, ну что? О, фиолетовое яйцо. И вот это открылось.
Недруком Тотоклер. Да. Сейчас. Вот он дал нам ручку еще. Ну я не вижу, там Тотоклер же. Ну. Ну только нет. Я знаю, но это вот кнопка мешает сундук. А, я поняла тебя. Я поняла. Ну там вот. Открываем новую территорию. О, и что там? Сейчас посмотрим. Там яйцо под вопросом. Это которое вот это, да? Да, а сколько сейчас там надо? А сколько там надо сидеть? 50. 50, это не так-то страшно. Так, это дракончик у нас который... О, сундук открылся! Да, о. И вот это. И монетка. Давай вот это подожди. Подожди, а надо нам ее подзрывать или нам надо еще собирать ее? Нам надо собирать. Вот, спасибо. А еще сделаешь нам вот этот домик? Да. Он пока новый дракон, у него много сил, энергии. Подожди, дай мне с ним поработать. Это 40 сил, да? Сейчас попрошу его все сделать домики. Вот, видишь, какой у нас дракошка пришел. Там еще яйца, по-моему, есть. Сейчас мы узнаем. Ну, ты еще не устал? Во, молодец! Видишь, они сразу не сильно устают. То есть они новые? Да, пока не новенькие. Вот они нам сделают сейчас. Вот, давай-давай, строй. Так, а нам звезду должны были дать. Во, сейчас мы объединим звездочки. У нас получится вторая большая звезда. Нам дали звездочку уже маленькую. Вон. Сейчас построю домик. Вот, спасибо. Ты еще не устал? Сделай тогда нам, пожалуйста, эту. Ну, тебя сиди. Вот. Во. Еще. Да. Вот теперь у нас два таких. Дожди. Вот она сделала вторую. Yes. А ты еще не устал? Ну, сделай тогда еще. Нет, я еще не встал. Вот ягодка у нас образовалась. У нас уже есть 35 драконов. Угу. О, есть, давай, соедини. Сейчас. Да. Ты еще хочешь поработать или уже устал? Да, сейчас еще сделает. Комбо-бонус. Угу. Yes. Спасибо за еще одну фиолетовую. Может быть, он еще не устал? Ну, сейчас узнаем. Ой. Сейчас. Ну, все, устал. Надо домика для него сделать. Вот. Так, 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 подожди-ка. Так, это складываем сюда, это сюда. Так, звездочка у нас, вот она. Сейчас мы ее объединим с этой. Вот, две средних у нас звезды получилось, видишь? Угу. Две средненьких звездочки. Это что значит? Что у нас скоро будет еще одну среднюю надо сделать, и получим еще одну большую. И будет две больших. Да, а когда мы большие объединим звезды, то тогда будет что? Не знаю. Будет фиолетовая звезда. Как узнаешь? Так, нам еще одну такую надо. И как мы ее должны получить, скажи мне? Не знаю. Дать понюхать вот этот цветок, вот фиолетовый, мне кажется. Так, а здесь что сундуки соедини? Какие только сундуки соединять? Непонятно. А вот это мы уже сделали. Nest Quest, говорит, иди. Ну, пойдем с вами в Nest Quest. А, вот. О, еще одну. Так. О! Сундук! Так, а нам сундуки надо соединить, было написано. Нет. Может, мы его оставим? Ну, нет, давай его открыть. Ну, там надо три и многих таких. Сейчас, подожди. New Quest. А, вот мы соглашаемся. На... Получить звезду тут надо. Так, одну такую. Подожди, пушинки давай летят сейчас. Сундук. Подожди-ка. О, комбо-бонус. Да. Есть. Вот, 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 вот. Ой, у нас коин стал, смотри, доступен. О, 199. У нас теперь больше, чем 195 да. вылезает. Смотри. Комбо-бонус. Да. Мы потихонечку здесь открываем. Нам фиолетовое, кстати, дерево стало доступно, смотри. Угу.
Так, так, так. Подожди, вот эти у нас раскидались по всем местам. Давай мы их соберем. Вот. Здесь у нас пушинка. Ягодка еще одна. Вот свалилась с дерева. По-моему, у нас есть больше, чем 200 монет. Мы закупим все тебе хорошо. У нас почти 200 монет есть. А, давай, надо домики купить для взятия. Нет, давай, пожалуйста, вот эти вот. Так, подожди, ну, а куда у нас делись дома? А вон они там скрылись. Мама, вот. А. Я купила вот эти два яйца там. Красные, да, яйца? Да, пожалуйста. Ну, давай посмотрим, сколько они стоят. Давай посмотрим. А когда у нас откроется вот эта корзина с яйцами? Смотри, я какая-то. Сейчас посмотрим. Давай. Мы еще не исследовали новую сколько землю. Сколько сердечек надо? Давай посмотрим. Давай, вот. 50 всего. Вот давай посмотрим, сколько стоят красные яйца. И зеленые яйца. Я посмотрю, сколько стоят красные яйца. Красные яйца? То есть, не, то есть фиолетовые. Я передумал, фиолетовые. Не. Они где-то были. Ну, не тут, надо еще дальше. Вот, 65. Не, а сколько фиолетовые? 60. 65? Надо такие купить, 3. Зеленые, давай 3. Вот такие. Подожди, стой, я посмотрю, а у нас нет больше яиц? Подожди. Какие? Вот тут вот еще есть одно яйцо. Давай купим. Ой, подожди, тут открылась, траву надо соединить. Семечки. Давай купим такие два. А же есть такое? Да, яйцо. Сейчас. Подожди. Во, смотри, что здесь есть. И фиолетовая звезда. Yes. Подожди, вот эту штучку мы заберем сюда. О, вот у нас есть вот это. Да. Поздравь меня. Ща. Вот это. Вот это. И тогда она будет звезда. Вот, за эту. Вот это, таких надо было 15. А, таких надо было 15. Еще одна. Вот. Вот, есть. И фиолетовая звезда тут есть. Да. Где она упала? Эта звездочка. Откуда я знаю? Или ее надо еще получить? Вот. Куда она делась? А, вот фиолетовая. Вот, у нас их две. А слушай, может, мы их соединим? Нет. Давай. Фиолетовых? Нет. Ну, давай сейчас, уже их подождем. Получать. Давай их уже получать. Точно будем, да, получать? Да. Хорошо. Давай, мам, получать их. Давай. Ну, давай. О. Давай еще. Сколько их дают? 12. А нет, надо 16. Так, эту звездочку оставим для соединения, да? А у нас там есть еще одна фиолетовая. Да. Я помню. Сейчас. Вот. О. И еще один надо. Есть, мы можем купить 16. Яйца там. 15, подожди. Мы это можем купить одно яйцо, чтобы нам еще. Три у них кристалла, да. Подожди, вот эту звездочку тоже мы сейчас туда отнесем. О, ты видел? У нас уже два вот таких вот есть. Мама, да. Знаешь, да, ты можешь купить еще одно яйцо там за 15. Сейчас. Чтобы тебе сделать третье яйцо, это будет дракон, да, какой-то. Да. Я помню, вот мы и хотели это сделать. Давай покупать. Давай. Ну вот. 15. Да, мы этого добивались. Вот, это, смотри, какой дракон. Во. Ой, это не яйцо. Яйцо! Яйцо, ну-ка давай посмотрим. А что это мы получили? Nice Zen Temple, замок какой-то. Редкий, level 3. Так, давай почитаем. Дает 3 мистикал яйца. Он нас там даст. И еще делает каждые 2 минуты что-то. Мама, у нас там есть 3 яйца. Он делает еще яйца. Давай соединить яйца. Подожди, он делает яйца. Вот, он делает. Давай соединить. Он делает яйца. И что это? Что дракон? Кто это? Привет. Есть у тебя 36 драконов. Мистикал. Это эпик дракон. Это легендарный какой-то. Не, легендарный это легендар. А эпик, эпический это дракон. Это эпический. Эпический. У него сила 5. Он 5 раз может что-то делать. Давай мы посмотрим, что он будет вообще делать. У нас такой замок. А как нам еще одно яйцо такое добыть? Надо 40 прочить. Да? Угу. Давай ты нам сделаешь вот такой эпический дракончик. Вот, а у нас есть такой. Да. Прогресс. Спасибо. Давай. Вот эту поработай над этим. А как же вот это?
Сейчас. Он может сделать, он только два сделал, может еще три сделать. Да, да, я помню. Сейчас будем делать. У меня просто здесь бардак навелся немножко. Мама, давай ему вот это дай понюхать цветок. Да, пускай нюхает. Вот этот цветочек. Можешь понюхать? Эй. Есть! Может. Подожди, чешуйки у меня улетают. Пушинки улетают. Давай еще ему попросим понюхать. Так, давай еще понюхай, пожалуйста. О, ты можешь соединить. Угу. Давай соединяй. Вижу. И вот эти вот три. У тебя сейчас. Давай еще, пожалуйста. Где вот он? Вот там, вот третий. Вот третий, да. Во, опять сейчас мега яйцо сделаем. Есть! Сейчас это будет! А нет. Ты еще можешь поработать? Пожалуйста. Да, еще может. Я же рот так. Поэтому я так ору. Ну, не надо. Это от радости. Ну я понимаю, но ты столько энергии тратишь. И что? Так, стойте, что у нас тут происходит? Давай. Как ты так его понес далеко? Ой. О, нюхай. Тут еще один цветок есть просто. О, соедини. Все, говорит, устал. Где 8 действий? Сейчас. Вот. Ой, все, все, давай порядок наведем. Давай. У нас тут все разбросано. Вот такое яйцо на скоро будет доступно, да? Где ты его видел? Вот там. Вот, а давай попробуем подогнать давай. К нему. Может быть, он так сработает, как с мертвой земли. Ой, как с мертвой земли. Не может, он его так, вот не вытаскивает так, да? Это потому, что это мешает. Не, ничего ему не мешает, просто в квестах так получается, а тут так не хочет. А ты вот эти вот подскажи. Так, а при чем здесь эти? Ну, я хочу, чтобы ты нажала получила яйца. Ты хочешь это большое взорвать? Я думала, еще больше не, сделать. Не, давай. Давай. Будем взрывать? Ну, давай. Смотри. Нам дали под вопросом яйцо. Только оно вот другого цвета. Три. Вот почему оно не это. Оно другого цвета. Это тут есть такие да. Три яйца. Сейчас. Секундочку. Вот, красный. А ты хотел красный покупать. Вот, сейчас мы его соединим с этим яйцом. И у нас новый дракончик. Привет. Давай мы здесь поработаем. У тебя их 39. Мы еще одного здесь. У тебя есть сейчас. Все. Три яйца. А то ты очень хаотично все делаешь. Я думаю, что это будет вот такое яйцо, было же похоже. Да, очень было похоже на самом деле. Вот. Мама, давай вот эти, ты еще можешь сделать. Да, я хочу посмотреть, сколько там их яиц. Ой, сколько их там много. Слушай, как мы здорово открыли. Привет. У давай. Тебя уже есть 40. Этот понюхай, да. Ой, я хотела коин взять, а мне домик мешает. О, лезает больше, чем 214 лезает. Давайте соединим их вот эти. Да. Есть, комбонус. Ага. Давай, не стесняйтесь. Давайте еще немножко поработайте. Еще таких мне сделайте. И вы, пожалуйста. Месье. 7 из 15 прогресс еще. 10 из 15 и 1 из 15. Вот еще третье. Да я так от радости, ты чего говоришь? Я делаешь? Ничего не говорю. Вот там. Я разве что-то говорю? Не надо его куда-то таскать. Прямо здесь можешь оставить. Можешь здесь прямо оставить. Я сама за тобой беру. Да, Артур? Можешь еще одну сделать, пожалуйста? Да, может. Сейчас мы тогда соединим это дело все. Какие классные у нас цветы, правда? Ну, а еще сможешь? Все, говорит, устал. Ну, мы тебя понимаем. Ой. Во. Все, сейчас наведем порядочек немножко. Вот тут. У нас уже орешки накидались. Говорит, иди в квест. Так, у нас, подожди, давай посмотрим, что у нас яйца есть. Так, у нас вот цветок есть фиолетовый.
здесь открылся. Давай мы наведем вообще порядок. Что у нас тут происходит? Это сюда. Это у нас раз. Тут одно яйцо у нас есть, вот такое. Мы сюда два яйца переставим, да? Чтобы мы видели, что у нас тут происходит. Так, два цветка, два сердца. Все по два. Вот осталось вот это вот. И тогда мы сделаем опять теперь. Так, дракошка вылез. Так, один. Пока мы тут работаем. Цветочек. Один, скорее всего, один проснется. Да, хорошо. Он уже проснулся. Вот. И сейчас один идет спать. Так, а тут у нас разные драконы есть. Есть, которые только на одну. На одну. Давай мы его попросим убрать тогда это. Нет, мой вот цветок последний. Есть. И сколько сделать еще одну бомбочку? Нет. Супер-пупер-бомба. Нет, нельзя. Тебе только одну синюю тут я же забыла. А давай ты мне вот эти кости убери, пожалуйста. Нет. Мне надо, чтобы порядок навести, Артур. Вот. Так, все дракончики. Сейчас. Вот синенькая у нас. Так, у нас два фиолетовых цветка, один такой вот. Угу. Давай мы посмотрим эту новую зону, которая открылась. Посмотри, что здесь надо сделать. Траву вот соединить. У тебя там есть три яйца. Сейчас, вот. Какое-то яйцо у меня есть. О, смотри, интересное. Это вообще яйцо? Да, какие-то куча деревьев. Давай мы деревья посоединяем. Вот, три фиолетовых дерева. Вот. Вот. Вот, получается из него красное. Вот, что это дерево дает? Траву дает, да? Мама, отлично. Давай сделаем еще один эти два яйца. Смотри, что получилось из двух деревьев. И сундук. Это какой-то сундук на четвертый уровень.